МЧС Азербайджана продолжает выполнять возложенные на него обязательства, в том числе работу по защите населения и территорий от чрезвычайной ситуации природного и техногенного характера. На основании звонков, поступивших на горячую линию 112 Министерства по чрезвычайным ситуациям, соответствующими структурами министерства за минувшие сутки было осуществлено 116 выездов на тушение пожара. Проведены аварийно-спасательные операции в связи с 5 случаями пребывания в беспомощном состоянии и 2 фактами дорожно-транспортного движения. В результате принятых оперативных и неотложных мер обеспечено оперативное тушение пожаров, спасена жизнь людей. Всего за минувшие сутки были спасены 17 человек, включая 6 малолетних детей. В том числе 30 жильцов здания были эвакуированы на безопасную территорию.